ребята, всем привет, меня зовут Энни Муфты, на моем канале, а это продолжение! Продолжение той самой игры, которую мы начали буквально три серии назад. Last from Beyond. Да, здесь, о, что здесь творится? Если тебе меньше 18, я до сих пор задом наперед хожу. Да, тебе не стоит смотреть. Нож. Смотри, он острый, и им явно пользовались. Я его беру. Надеюсь, мне не придется его использовать, но я лучше должен быть подготовлен. Нажмите один, чтобы достать нож. Опа! Неплохо, он очень быстро махает. Значит, мне придется, по всей видимости, его использовать. Но мне надоело вот это управление ходить вправо-влево, когда я жму влево и вправо. Ну, ты понял меня. Когда у меня безумие наступает, меняется вот это то, что мне надо. Беру. Я сейчас это использую. И мне должно стать легче. Теперь управление должно вернуться в норму. Да, все так и есть. Все, пойдем дальше. Ссылочка на предыдущие три видео есть в описании. Это четвертая серия, если я правильно помню. Закрыто. Серьезно? Seriously? Чувак, тебе я не помогу, да, уже? Да, тебе уже ничего не поможет. Хорошо, я тогда просто уйду отсюда. О, я вышел на улицу. Глава 5. Алый город. Сегодня все в театре. Там я найду помощь. Доберитесь до театра. Ну, я не думаю, что ты там найдешь помощь. Я думаю, там все такие же довбануты. Ну, может, кто-то с улицы тебя увидит, тебе поможет. Я там хрен его знает. Так, эти статуэтки, как в Resident Evil, мы собираем енотов. Так здесь мы собираем вот этих клоунов. Почему в Resident Evil мы собираем енотов? Ну, Ракун — это енот. Ракун Сити — это типа енотный город, если дословно переводить. Поэтому там везде еноты разбросаны. Вот и все. Ёлки-палки. Помните, сражение — это среднее средство. Прямое столкновение легко может закончиться вашей смертью. Я не хочу ни с кем сталкиваться. И куда она идет? Там же закрыто. А, она ищет. Я напоминаю, что карты здесь нет. Я же надеюсь, она меня сейчас не увидит. А зачем на ходулю? Ну, если тебе так удобно, дорогая. Ради бога, я вижу еще одного клоуна. Но клоуны, честно, вообще здесь нахрен не нужны. Поэтому смысл в них я не понимаю. А, вот они меня все ищут здесь. Прям очень стрёмно, надо сказать. Вспомнить бы мне еще, где театр. Было бы вообще замечательно. Ой-ой-ой. Отель желаний, из которого я сбежал. Ух. Клуб. Мужик какой-то в клетке. Как мне пройти? Дерево мешает. Да, мужичок, я тебе тоже вряд ли смогу помочь, извини. Да не могу пройти здесь. А, вот здесь надо. Вот я дебил. Вроде все тихо. Тики-бар. Театр Эден. Вот туда мне. Ты бы отвертку забрал, может, кому-то в глаз ее воткнул бы. А, у меня ж теперь есть кусачки. Прекрасно. Я-то думал, как же я здесь пройду. А вот так вот довольно легко.
Вон вывеска театра. Тихо, тихо, тихо. Интересно, если подобраться сзади, есть типа моментальное убийство? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По мусору, когда идешь, он скрипит, поэтому лучше на него не наступать. Ну, вроде как я уже на месте. Ты смотри, добрался без потерь. Никто меня не увидел. Надень маску. Выходи на сцену. Сними ее и останься в свете софитов. Отдайся вихрю неизвестных истин. Про маску это ты актуально сказал, конечно, конечно. В маршрутке повесьте вот это вот хокку, пусть все видят. Так, годим, продолжаем годить. И продолжаем, собственно, продолжаем. Все, я в безопасности, я стулом заблокировал вход. О, доберитесь до театра. Ай, хер там. В этом театре мы были, в прологе, в Скарлетт. Куда все запропастились? Только там я приходил сюда на свидание. Видимо, я там за другого персонажа типа играл, да? Да, в этом театре я определенно был. И чё я отодвинул? Да, здесь я играл мелодию, и снизу открывалось дополнительное вот здесь вот отделение. Заткнись, пожалуйста! О, спасибо. Интересно, я сильно привлек внимание. Могу чем-то подковырнуть ее? Не могу. Это плохо. Вот это да, вот это да. Кто это тут у нас? Неужели тот самый мистер Виктор Холлоуэй? Единственный неповторимый. Что, что вам нужно? Я тебя не слышу отсюда. Говори погромче, дорогой. А, вот ты. Или просто заткнись, красавчик. Что бы ты ни говорил, это значение не имеет. На помощь! Здесь кто-нибудь есть? Помогите! Помогите мне! О, Виктор. Мне тебя даже жаль, знаешь ли. А теперь сосредоточься, Виктор. Пора приниматься за работу. Доктор Аустерлиц скоро прибудет. Нам нужно подготовиться к представлению. Нет. Ты чё, ёбнутая совсем? Тут весь город конченый. Вы чего, потеряли свой мозг? Ты ебальник свой закрой. Ой-ой-ой. Можно освободить место на сцене, пожалуйста? Деревья подальше, крест пониже. Нашего актера надо грамотно презентовать. У него все-таки главная роль. О чем ты говоришь, дура конченая? Если не перестанешь отлынивать, я начну обратный отсчет. И когда он закончится... Думаю, тебе не понравится то, что будет дальше.
Помнишь ребят в кожаных костюмах с большими битами? Они вот тебя точно помнят. Да. За что это все мне? За что? Почему ты это делаешь? Какой ты скучный. За работу. Время – деньги, Виктор, понимаешь ли? Следуйте указаниям Реи. Я должен ее указаниям следовать. Раздвиньте деревья, опустите крест. И почему я должен следовать ее указаниям? Глупость какая-то. Если бы я попал в такую ситуацию, я вряд ли следовал ее указаниям. Попытался бы выбраться, сбежать или кинуть в нее хоть чем-нибудь. Yes. Ты отлично справляешься, но у тебя осталась всего минута. Смотри, не облажайся. Я пошла в жопу. Осталось всего минута. Время на исходе. Немедли. Ты что, не видишь, что я работаю, дура ты? 20 секунд. Актеры уже готовятся выходить на сцену. Here they come. 5, 4, 3, 2, 1. Какой молодец. Ты справился. Жалко, что Остерлица планы на тебя. Я бы забрала тебя себе. Дай мне поговорить с доктором Астерлиц, пожалуйста, мы сможем договориться. Для разговоров уже поздновато. Эй, какого фига? Окей, давайте еще раз. Сучка, блин, это... Вообще на меня не попало. На, сучка! I'm afraid the time for agreements has been long over. Now we must provide. Не замазали, не замазали здесь, да? Замазали. Light the candles and sensors and get the spotlight working. The actor must shine tonight. Actor? You're fucked up. Актер, ты что, долбанутая? Не забывай, если будешь сегодня отлынивать, я позову крайне одаренных актеров второго плана. Ну и вот что с ними будет. Они не такие милые, как я. Так что давай, не выебайся, приступай к работе. Тебе понадобится ключ. Загляни под балкон, на котором я стою. Там сидит Фред, он присматривает за ключом. Думаю, ты увидишь, я уже вижу, там валяется Фред. Ага, здорово, Фред. Ключ у тебя в глазу, да, торчал. Прикольно. А что мне надо сделать? Включите проектор на балконе, зажгите свечи, зажгите курильницы. Чем мне их зажечь? Зажгите свечи, курильницы, включите проектор на балконе. Какой проектор? Все закрыто. А,
подожди. Нет, это не проектор. Где гребаный проектор? 2 минуты осталось у меня. Да пошла в жопу. Хоть бы объяснила мне что-то. Заткнись. Я не понимаю, как открыть. А, вот дурак, у меня ключ был все это время, но я теперь уже не успею. The prompter is giving Victor his next line. It reads, "Ah, I'm dying." Она послала своих мудачьев. Ну а как бы я все равно зажег? Ладно, они меня сейчас убьют, я понял. Давайте заново, заново, заново. Окей, 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 окей. Теперь давайте не будем терять времени. Заткнись. Здорово, мужики, здорово, мужики. А, вот тут вот спички. А, то есть, подожди. Мне что, их зажечь нужно здесь? Как ее зажечь? Ладно, не знаю, давай сначала включим прожектор. Отлично. Заткнись. Я предполагаю, что спичками надо было зажечь эту свечку, но вообще не было такой опции там. А, нет, нормально. А все, спичек-то больше нет. Let's pass the time with our little song. Мне не хватило одной спичечки. The prompter is giving Victor his next line. It reads, "Ah, I'm dying." What a treat for all of us. Почему мне не хватает спички? I even got a little hot and bothered with that one. Как же так? Как же так? Собственно, вот еще спичечки. Оказалось, их здесь много. Хватает всем. Просто нужно было внимательно... Ой, привет.
Привет. Как тебе спектакль? Нравится? Нравится, да? Понравился? Ну, отсюда вид неплохой. Ой, подожди, мне же бежать нужно. Какой спектакль? А то сейчас меня опять дубинками по башке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так-так-так, включаем проектор. Бежим быстро зажигать. Все, я послушный, я очень послушный. Не надо, пожалуйста, меня еще раз пиздить. Бежим, бежим, бежим. Сколько там времени, почему ты сейчас не говоришь мне? Давайте, 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 давайте. Вообще, чувак, я на твоем месте сейчас бежал отсюда нахрен куда-нибудь, а не все это делал по ее указаниям. Привет. Так, зажигаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все! Я все сделал! Виктор Холлоуэй наш герой. Он справился со всеми трудностями. Доказал, что он способный мужчина. Женщины должны такому поклоняться. Это нехорошо, это все очень плохо, очень плохо. Похоже, минута славы нашего актера истекла. Сними его с креста по кусочкам. Каждый может стать звездой, будь то мужчина или женщина. И вот настал твой черед. Чё? Что? А потом иди за кулисы, через занавес. Найди там ведро. Поскорее, часики тикают. Окей, прикольно. Вы можете... А, ну, могу только один предмет носить за раз. Все, я понял. Фу! Вот это жесть, если честно. Ладно, побежали за остальными частями. Чем только не занимаешься в играх, это просто жесть. Что она там делает? Да вроде ничего не делает, просто стоит. А такие звуки, будто она там прям что-то делает. Виктор, ты такой способный. Ой-ой-ой, что такое? Что за звук был? Есть! Опа! Опаньки! Это мой шанс! Пора валить нахер отсюда! Выберитесь из подземелья! Виктор, куда это ты собрался, а? Валю отсюда! Хорошая концовка тебя не ждет, Виктор! Естественно! Естественно! Почему все закрыто? Что-то мне становится плохо совсем. О, вот и все, вот и все. Пришли. Походу, выбраться в этот раз было не вариант, не вариант. Наследие культа наслаждения освобождает и связывает. Противники вечности требуют крови. Ведь они не верят, что после преображения назад дороги нет. Хорошо. О! Мы схватили провидца, мистера Виктора Холлоуэя. Мне выдалась возможность проверить его навыки и умения подчиняться приказам в напряженной обстановке.
Я так давно этого ждал. Он невероятный по-настоящему. Он по-настоящему невероятный. У нас было много перспективных кандидатов. Сами помните, чем все закончилось. Верно. Но следует сохранять оптимизм. Ведь мы идем дорогой очищения. Спасибо, Рея. Я разберусь с провидцем лично. Ты можешь идти. Эй, пока, красотка. Эй, слышь, пока, красотка в кожаной юбочке. Пока. Добро пожаловать, Виктор! Наконец-то вы до нас добрались. Браво! Как вы уже наверняка догадались, я доктор Чарльз Аустерлиц. А это моя верная свита. Вместе мы — Алая Ложа. Надеюсь, с вами обошлись не слишком жестоко. Некоторые мои коллеги иногда чересчур увлекаются. Что вам от меня нужно, вы долбоклюи? Успокойтесь, милейший. Вреда вам никто не причинит. Если не станете сопротивляться, совсем скоро окажетесь в своей постели. В целости и сохранности, даже не по частям, я вас уверяю. А пока что, нам нужна ваша помощь. Я не понимаю, почему я? Кому я вообще нужен? Что такое? Единственный отбор дарует случайным людям уникальные способности. И для некоторых это настоящее проклятие, понимаешь ли? Вы провидец. Вы чувствуете энергию Лустга. Это край вечного наслаждения. Видения, что вас мучают, это не просто бессмысленные сны. Это нечто намного, намного большее. Вы наделены невероятным даром, который служит проходом между измерениями. Что ты несешь, дебил? Вы что, все с ума посходили? Некоторые считают меня безумцем, другие — спасителем. Но хватит разговоров. Перейдем к делу, Виктор. Очень скоро мы перенесем вас в Лустга. Там спрятан важный предмет. Вам нужно его найти для нас. Это книга под названием «Природа вселенных». Принесите ее мне. Она должна храниться в семействе Аустерлиц. Вы меня похитили, чтобы я достал какую-то долбанную книгу? Вы что, съебнулись, что ли? После интенсивной стимуляции вы перенесетесь в Лустга. Да. Затем вам необходимо найти книгу и вернуться обратно. Все предельно просто. Что еще за стимуляция? До этого момента вы переносились в Лустга, когда испытывали сексуальное удовольствие. А не смотрите на меня так! Это ведь не я придумал. Думаю, сеанс окончен, доктор. Хватит с меня. Сколько я вам должен? Интересно, станете ли вы дальше шутить, когда почувствуете на шее дыхание преображенных? Лустга — такой же реальный мир, как и наш с вами. Так что будьте осторожны. Если вы там умрете, то это конец. Шах и мат. А теперь расслабьтесь. Откройте разум и впустите в него энергию Лустга. А я вам помогу. Чё, он что, дрочить мне будет? Что? Нет! Отвалите! Отстаньте меня! Уйдите нахрен! Привет, малыш. Папочка... Фу, бля. Ой, ё-моё! Так я... Ну, я бы не кончил. Он... Фу, бля. Он что, кончил? Это же мужик был. Добудьте природу вселенных. Ой, ой. Вот на этой ноте нужно сделать перерыв. После всего, что мы видели, очень напряженная серия. И мы наконец-то добрались до Лустга. И продолжим приключения в следующем видео. А это видео-то тебе понравилось?
Стрёмное было видео. И отрубленные конечности, и миньет от мужика. Такое, такое. Не забудь поставить этому видео лайк, тем не менее. Подписаться на канал, активировать колокольчик. В следующем видео мы обязательно скоро увидимся снова. Меня зовут Энди Мун, спасибо, что смотрел. Пока! Move.